На меня огромное впечатление произвела документальная повесть Маши Родникайте «Я должна рассказать». И не только потому, что это талантливое литературное произведение и искреннее свидетельство 14-летней девочки о пережитых ею ужасах, но и потому, что мы были знакомы с Марией Григорьевной, и впечатления от книги были дополнены ее личными рассказами. Чудом выжившая в Холокосте, потерявшая самых близких людей, всю свою последующую жизнь, долгую жизнь, она считала себя обязанной рассказывать и быть голосом тех, кто погиб.